Главное в костре это приготовиться к костру. И вот сейчас, ребята, вот берем идеальная рожишка, запомните на все времена, это береста. Вот, и мы ее помещаем в пламя, и пламя начинает разгораться, и даже крупные такие досочки займутся и загорятся. Да, костер разводить должен уметь любой человек. Это наша базовая эволюционная ступень пламя. Этот костер будет гореть и не погаснет. Привет, друзья, с вами снова я, Захарыч. И вот волею судеб оказался я в подмосковном Ядрово, близ Волоколамска, где были вот эти вот мусорные бунты первые, и где в губернатора Подмосковья Воробьева тогда льдом и снегом прилетало. И вот, как видите, друзья, вот как работало, так все и работает. Накрыли они эту дрянь какой-то, каким-то типа куполой землицы присыпали. В общем, ад наяву. И вот из этого кошмарного кургана льются токсины страшные в нашу почву, в воды, вот в грунтовые. И, в общем, все как шло, так и есть. У меня, к счастью, обоняния, друзья, нет после аварии. Но очевидцы говорят, что воняет чудовищно, просто страшно. Вот, и на самом деле, вот это трагедия нашей земли, это катастрофа, которая по итогам окажется хуже Чернобыльской. Вот увидите, помяните мое слово, к сожалению. Я об этом пишу, в частности, в своей книге «Облачный мир эволюции», которую заканчиваю. И вот, да, вот чудовищно на нашу землю вот так вот за последние буквально там считанные десятилетия, 1-2 десятилетия. Всего хорошего, друзья. На связи с вами я, ваш Захарыч. Пока. Вот вам цвета любимой вашей георгиевской ленты. Березовый цвет. Неуловимые, но прекрасные цвета. Да, ребята, это и есть цвет победы. Весна 2019, березовый цвет, красота. Надо спасти этот прекрасный березовый цвет. Японцы полагают, что у каждой реки, у каждого леса, у каждой горы есть свой дух. Вот это река Лама. Вот она протекает через прекрасный город Волоколамск, где губернатор Воробьев получил это снежком. Вот. И река это прекрасно. И вообще здесь вот посмотрите, какая чудесная природа. Но токсины, которые проникают в почвы из свалки, эти токсины проникнут и уже начинают проникать и в эту реку. Здесь ласточкины гнезда в берегах, и здесь куча всякой разной рыбы. Даже по слухам водятся раки, вот сейчас стали летать бабочки. И, ребята, основа всей этой жизни – это вода. Когда вода будет запачкана, загажена фибрами пластика, здесь все закончится, вся эта жизнь. Вот. И эта катастрофа неотвратима. Чернобыль взорвался одним взрывом, бах, и произошло. А здесь ужас катастрофы в том, что она отвратима, предотвратима. Можно прямо сейчас начать что-то делать. Но вместо этого продолжается неуклонное движение в инферно, в рукотворный, созданный нами самими, ад. Ну что ж, друзья, вот полюбуйтесь на реку Ламу, какая она сегодня красивая. Весна. Ну, как видите, не прошло и пары минут, а все занялось, горит, да, сухие дрова. И запомните, друзья, всегда, береста это лучшая рожишка, если ее нет, то хвоя и мох сухой, найдите сухой мох, трухлявое дерево, в лесу всегда можно развести огонь. А огонь это, да, это наша первая эволюционная ступень, огонь и каменный топор. Вот.
мы не должны возвращаться вниз этих ступеней никогда больше, но мы должны помнить, откуда мы пришли. Отсюда и от березового сока. Друзья, вот спилили березу молодую, пришлось, очень жалко ее, она истекает кровью своей березовым соком, бы сейчас весна. Не удержусь, лизну, да, потрясающая сладость. И, друзья, береза — это идеальный фильтр, она фильтрует воду, вот, и можно пить. Вот, к слову, как видите, там уже набрана целая банка этого сока. Вот, и сок великолепный, из него можно делать различные снадобья. На самом деле, вот мы, люди России, отучились ценить то, что у нас есть такие вот потрясающие великолепные богатства, как обычный самый березовый сок. Русская природа весной — это как, ну, это лучшее время года, в лучшей стране мира года в это время года. Вот как цветут березы, это неописуемо. К слову, хочу поделиться с вами одним наблюдением, и не только моим, друзья, я говорил с разными людьми, и отмечается, что весна необычайно яркая, бурная и ранняя. И действительно, вот все последние годы так, вот, возможно, это связано с парниковым эффектом и потеплением, а может быть с тем, что магнитный полюс Земли смещается в центр Сибири. Вот, друзья, кто же его знает, а? Где же все эти ученые, и что же они молчат? А березы цветут великолепно и потрясающе красиво. И самое смешное, что я вижу цвет георгиевской ленты на березовом цвете.